Так, а у нас получается фалкосот. Ладно, давайте. Так. Фантомка и гирокоптер. Это фантомка? А, там подписано. Фантомка или гирокоптер? Ну, гирокоптер мне больше. Не, ну гирокоптер, блядь. Он хорош. Но у него... я пытаюсь... И в ноздрей это салфетки. Это салфетки? Нужно выбрать одного из двух. Ну да, да, да. Да, да. Очевидно, гирокоптер тут, конечно. Гирокоптер? Ну, все, Леха сказал. Ну, я согласен. Гирокоптер имба. Фантомка неплохая, но гирокоптер, сука, смешной. Давай Гирыча жми. Это типа понял такое сражение. Так. Так, погоди, это худви. Арбалет. Бля, ну а Свен-то тоже из мемов, погоди. Не, ну Свен разъебный. Бля, он разъебный, но худви веселый. Очень хороший, только он не слишком сильно сжал хомякасу. Так он тапает его, походу, понял это, в этом прикол. Ну, наверное, я не знаю. Ребят, ну тут без шансов, я считаю. Тут. Я за хомяка. За хомяка, да? Конечно. Бля, ну давай, давай. Давай. Так, о, Оракл, Оракл Поговый. Блядь, Свен тоже это охуенный. Ребенок? Свен пиздец охуенный. Это же гладильная доска. Блин, хорошая. Да. Вообще как бы, да. Блядь, гладильная доска. У него еще какая-то маска. Там глаза как-то светятся непонятным образом. Ну, как будто Свен. Нет, Свен разъеб. Ну, Оракл, кстати, на самом деле тоже неплохо, но, блядь, справа пиздец разъеб. Гладильная доска. Просто это реально похоже на какой-то из мечей Свена. Да, да, вот да, есть, есть такой, да. Похожий. Ну, давайте Свена. И сила нужна, на самом деле, чтобы так держать. Возможно, что-то держит из-за кадра еще 100%. Помогает. Ну, потому что это пиздец так держать доску, то она весит немало. Так, это я такой фри... Из втулок? Фри вин. Соперника нет. Это Бисмастер? Так. Худвинг был. Войт Спирит или Тинкер? Ну... Тинкер... Средний, обе мне как бы... Обе не выиграют, на самом деле. Ну, да. А проходняк? Ну, Тинкер, мне кажется, он... Ну, Тинкер, его лучше видно. На самом деле, очень часто бывает. А что это у нас все выключилось? Лампы погасли. Да и ладно, нас же не видно все равно. Ну, нас не видно, иногда часто бывает, что-то хорошее сделано, но оно так снято хуево, что не видно. Потому что тут куча декораций разных. Да, ты не разглядишь всех деталей. Ну, давайте, что, Тинкера возьмем? Ну, Тинкер поярче, но это проходняк. Хочешь весело используй провести время? Большие иксы и крутые бонусы уже падают с неба в Lucky Duck. Тебя ждут большое комьюнити и множество уникальных игр с гарантированно высокой отдачей. Пополнение и выводы любым удобным способом. Каждый найдет подходящий. Не забывай про халявые бонусы. Выполняя простые действия, можно получить более 50 слитков на игровой счет. А также в соцсетях проекта постоянно раздают уникальные ваучеры. Скорее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и лови свою удачу. На лаки, да. Жми, ёкарный бабай. Ага. Ага. А девятый, пожалуйста. Да, давай девятый. Или седьмой. Девятый, сука. А, так. Понял. Да, что, они все четвертый. Так, что ли? Ну, жмите быстрее. А, мы можем вот так. Да ничего! Ах, отыкнул на чёт. Ну, тут выбор очевиден. А чё все Худвинга что-то решили? Что-то модно стало. Худвинг сейчас, да, в тренде. Мета. Но хомяк всех разъебал. Ну, такой, кстати, забавный. Не, хороший. Забавный, да. Хороший. Так. Хорошая. Ну, нормально. Хорошая. О! Лич. Блин, Лич-то крутой. Лич крутой. Ну, Лич, да, он даже не забавный. А, так смотрите, вы поняли, у нас погасло все, и там все нахер погасло, если что. Ну, тоже ничего не работает. Ну, Вич-доктор тоже с душой сделан, если честно. Лич просто прям красивый. Ну, концепт подобных, вот как справа, их было много. Ну да, Лич красивый. Ну да. А Лич, ну, он скорее красивый, а не кринжовый. Да. Слушайте, у вас интим такой. Не, Лич крутой. Ну, я бы за Лича, наверное, да? Да, я за Лича. Давайте Лича тогда возьмем. Сосисочки. Это типа нунчаки. Снайпер из нихуя, блин, сколько людей на стулке собирают. Не, ну снайпер гораздо лучше. Хорош, ну, справа там очень много всего, да. Справа да. Просто сосиски человек. Чаки, это кто? Это Эмбер, типа? Эмбер. Там сверху подписано. Все, все, вижу. Ну, справа просто сосиски в руках, а слева, ты смотри, сколько деталей. Там и домик ебли стоит. Там все, что угодно. Ну, снайпер класс. Нет, снайпер реально разъеб. У него вот эта пушка, это же есть этот сет, да, с этим барабаном прям. Да. Ну, нормас, что. Снайпер давайте. Так, ну тут понятно. Блин. Слушай, Рингмастер меня, наверное, веселит больше. Рингмастер разъеб. Варлок
Не, ну, слишком Warlock... старался, слишком хорошо, чтобы бля, было кринжово. Warlock тоже, на самом деле, хороший, конечно. Но он слишком хороший, чтобы было кринжово. А я не понимаю, у нас же все-таки тут цель, чтобы весело было. Не, ну Личаш мы взяли за красоту, а не за кринжовость. Ну да, нет. Warlock-то тоже сделал. Но там второй не был достаточно веселый тоже. Не, ну Рингмастер тоже выбирая хороший. Между веселым и красивым, мы выбираем веселое. Я пытаюсь понять... А, все, мне понял. Мне нравится, я не могу. Да, а это сильные работы, им не повезло попасть друг на друга. Да, да. Типа, так бывает иногда, по сетка не прокнула. Угу. Слушай, ну не знаю, надо проголосовать. Но я за рингмастера. Я за рингмастера. Подожди, за рингмастера. Ну, Леха, если хочешь, Warlock нажмем. Я за Warlock, мне Warlock нравится. Тогда Warlock нажмем. Не, подожди, так вы вас двое. Ну, в смысле, чтобы не обидно было Warlock. Мы можем 50-50 нажать. Вас-то двое. Ладно, жми рингмастера, давайте жмать. Ну, Warlock классный. Согласен. Блять, что это? Так, ну тут... Вот халявщица. Халявщица пиздец, если что. Бля, не, ну... Тут, блин, не знаю. Да ну, не, ну слушай... Ну надо, конечно, Гирыча, но Марсу Гирыча. Респект. Не, ну Марсу за креатив, конечно, респект. Да. Но все-таки... Ну Гирыч, да, да. Поинтереснее будет. Давайте Гирыча берем. Хомяк. Хомяк? Бля, Аликан тоже неплох. Не? Меня... Радует хомяк. Хомяк разъебный вообще максимально. Хомяка все шансы на победу, как будто. Ладно, хомяка давайте возьмем. Хомяк разъеб пизда. Ликан, извини. Ну, Свен бы и так мог пройти дальше легко. Не, ну тут хорошая. Так, а мы даже не смотрели Худен, потому что там фривин. Там тоже втулки. Там тоже втулки. Слушай. Тут бля, я, ну а я как не могу выбрать? Выбрать победителя. Это как будто бы одна и та же девушка, что? Нет, похоже, что кстати, она реально похожа. Да, да. Может, одна и та же девушка? Она сама с собой дерется? А слева, прикиньте, парень окажется. Бой с тенью? Ну, по-моему, нет. Слушай. Ну, я не знаю, как мне выбрать. Все равно, я бы 50-50 жал. Ну, это чет не чет. Ну, давай, чет. Смотри, чет рингмастер, не чет. Наоборот, хуй. Скорее. Не чет это первый, а чет это второй. Ну да, логично. Я видел. Рингмастер. Получается, я рингмастер. Видел, ребят, ваш выпуск про дроби, так что про математику можем как бы, ну, скипать. Ну, у меня проблемы с дробями. Я уловил, суть. Майкер здесь. Там тоже туалетная бумага. Не, ну это еще неполноценные втулки. Да, это коги. Я понял, но забавно, что везде втулки или бумага, видишь? Ну, есть какая-то. Фигурирует. Снайперу сильнее, да. Есть какой-то вайп, но снайпер получше будет. Ну, лич. Ну, лич, да? Конечно. Может, типа, тинкер. Пусть лич. Тинкер и так нахалявил. Так. Бля, ну... Ну, сложно уже, видишь? А это уже полфинал. Очень легко, хомяк. Нет, это четвертьфинал вроде, да? Ну, вот, да. Ну, как бы легко, понятно, что гораздо более... Но у нас тут было такое, что животные — это некий абуз. Ну, вообще есть такое. Да, но чел заморочился, у него прям... Ну, у него лук, да, там еще какая-то шапочка. Ну, в смысле, вы про лича или про... Я пиздец заморочился. Ну, слушай, у него арбалет здесь. Ну, арбалет. У него арбалет, у него шляпа. Ну, вот как можно не пропускать человека, который столько эмоций нам дали? Короче, ну, блядь. А лич, ну, просто красивый лич. Харьков продаете еще? Ну, возможно, хомяку просто стоит дать какой-то приз зрительских симпатий, понял? Да он только всех обыграет, но это хомяк, понял? Ну, в том-то и дело, что он, скорее всего, всех и обыграет, да. Тут лечу, скорее, приз какой-то зрительских симпатий. Хомяк просто на победу идет уверенно. Как Фалькон сдушит всех соперников в плей-оффе. Да, ну все за второй голосуют, если что. Ну, в чате так, в среднем, видишь, 2-2-2. В основном двойки. Ну, пусть лич скинет карту, чат скинется. Ну, сложный выбор. Но мы можем устроить голосование скоростное или не можем? Падло? Понял, ну надо тогда решить. Что значит падло? Ты здесь решаешь, ты ж тут босс. Не, ну там технически, может быть, сложно. Понял. Блин, ну... Давай. Ну, короче, я за лича. Вы давайте голосовать. Я за хомяка. Он на нас перелазит. Да. Я за хомяка. Я тоже за хомяка. Ну, значит, хомяк. Я за хомяка ржу пиздец. Он мне эмоции доставляет. Лич очень крутой. Ну, согласен, разъем. Ладно, ребят. Хомяк, значит. Бля, ну я за Свена. Не знаю, ну Свен пиздец разъеб.
Ну, Герес неплохой, но, честно сказать, у него мало. Ну, то есть, просто, да, он наебашил что-то. Бля, там эта доска, с доски в голову. Свен лучше, чем... Не, Свен разъеб, пиздец. Возможно, это была бы тройка лидеров. Хомяк, Свен и Герыч. А, ну сейчас снайпер есть хороший. Не, ну Лич, блядь, был, который с Хомяком сказался, он хороший. Ну, вот это как будто финал был, если честно, Лич плюс Хомяк. Возможно, да. Это как будто только что был финал. Да, не фартанул. Нет, лузеров нет, вот так. Давайте Свена, да, возьмем. Мне все равно. Ну, очевидно. Тут снайпер. Блять, ну, пиздец. У тебя что-то с фидом не так вообще? Ну, это... У него же такой сет тоже есть. Вот это вот, знаешь, это как будто какая-то имморталка, где пиздатый, а вот это уебищный, где он как помидорка такая. Это как будто бы дефолтный сет. Ладно, ну тут снайпер, очевидно. Снайпер, да, снайпер ебет. Бать, конечно, навалили они. Так... Девчонки друг друга месят, если что, у нас в конкурсе. Рингмастер Худвинг. Ну, погоди. Так, а я вот, я пытаюсь понять, из чего... А что они накрыли? Что они пытаются от нас скрыть? В плане. Ну, справа. Справа? Что-то накрыли. Да не, ну это просто ерунда. Ну, так что-то накрыли. Ну, кстати, видишь, какой потребный ум у Егора. Он сразу решил доебаться. А что там? Давай подумаем. Слушай, если что... Там справа девушка заморочилась, у нее, короче, носки с тремя пальцами. Да, я тоже заметил. Понял, как она Худвинг? Она еще их поднимает. Да, так да, вот. Она еще стоит, да. Типа как Худвинг бегает, понял, не на полной стопе, угу. А типа на этих, на носках. Ну, я изучаю. Да, конечно, изучаю, что ж, я же не против. Я пытался просто понять, из чего гитара сделана, и понял, что, походу, это гитара. Ну да, ну, понял, что арбалет из гитары. Да, ну, типа, декорированная, да, гитара. Вот. Ну, 60 на 40 в пользу правой для меня. Ну, я тоже так думаю, да. Как будто бы да. Че? До хомяка не дотягивает, конечно. Бля, да, ну это невозможно выбрать. Ну, мне снайпер больше нравится, чем... А мне Свен, сука, не знаю. А, все, давай, Леха, решай. Опа! Попался. А что я сразу? А потому что мы первые сказали, как крысы. Да. Мне оба нравятся. Ой, хороший для всех остался. Азат, кого выбрать, снайпер или Свен, смотри. Снайпер? Ну, Балабам сказал снайпер. Ну, с Балабамой спор... Нет, ну оба классные, не знаю. Согласен. Но призы, на самом деле, получают топ-8. А это что-то... за это идут призы какие-то? Конечно. Не просто... Не-не-не. Ну... Не, ну они не то, а что... А какие призы? Ну, фрибеты там, наш мерч, фрибет. А, ну так вы-то... Ну то вы же можете... Сувениры. То есть Лич же точно получит что-то? Лич наверняка, да. Вы ж не обидите. Ну, так он в топ-8 не так, наверное, остался. Если мы хотим выбрать вот именно, что нам нравится, с чего мы ржем, то это одно дело, а также люди реально там парились, и стоит наградить всех, кто сделал хорошие костюмы, правильно? Так примерно так и делается. А, все. Ну да, я так просто... Ну, конкурс субъективный, да. А кто-то обязательно будет обижен. Ну, естественно, всегда так. Это же любой конкурс. Вот ты что-нибудь делал на конкурс, и ничего... Вот, задание какое было? Вот смотри, Лёх, ты, например, играл в доту месяц, это как на конкурс ты готовился. Пришел... И ничего тебе не дали. Ты же расстроился, правильно? Бюджетного косплея. Но бюджетный косплей, это как будто подразумевает из говна и палок сделал что-то фановое. Типа что-то придумать. Пока делал, сам пофанил. И у нас уже это далеко не первый конкурс. Соответственно, люди уже примерно должны знать наши вкусы, чувства юмора и все такое. Ну все, я понял. Короче, кто? Хомяк разъебал. Какая белка круче, скажите? Ну я бы левую лучше выбрал. Какая белка лучше, ребят? Я за хомяка, ребят. До конца. Я до конца за хомяка. Нахуй хомяка, он же всех бесит, понимаешь? Ну, будет довольно лицемерно так сильно разъебываться с хомяка, а потом говорить, да, не, он, давайте нахуй. Меня пиздец разъебывает с хомяка до сих пор, ребят. Я честно скажу, мне вообще заебись с хомяка. Ну... И кто побеждает? Ну, как будто это достойные финалисты. Да, конечно. А там какая разница между первым и вторым? Сколько рублей?
Их можно поделить. Слушай, по-моему, их можно поделить. Тут еще надо подумать. Тут еще надо подумать, кто больше получает. Первое место получает наш мерч, там что-то футболку, кофту, там еще что-то. А второе 100 тысяч рублей. Нет. Побеждает. Подождите, я сейчас фотку пришлю. Не-не-не, погоди, там 5 тысяч фрибетов, наверное. Надо будет думать, что такое. 5 тысяч фрибетов. Это что значит? А, 2500, даже меньше. Фрибет. Ну, 2500 рублей, короче. А мерчан на сколько там? Ну, мерчан тысяч на 10, наверное. То есть 4 раза больше. Худи, футболка и коврик. Ну тысяч на 7. Это ценно. На 7. Может, на 8. Ну, короче, посерьезнее, чем, да. По-хорошему, приз должен получить снайпер. Он, потому что не читерил. Да, и он красавчик. И он хорош. Он реально тоже разъебный. Я сейчас вы заднюю додаете. Я заднюю дал, все на личе, блядь. Я понял, ребят. Суть уловил. Не, вот, а смотри, а выбирать между личом и снайпером? Ну, очевидно, что снайпер. Да. То есть вы до сих пор не поняли, да, что я хомяка держу, блядь, еще? Просто к вам пришел заработать. Ты думаешь, он так вырастет по этому поводу, типа? Мол, хомяк еще и... Типа я за мерчом приехал. Это твоя рука? Ну, конечно, блядь, это же я с хомяком. Вот оно что. Да ты обманываешь меня. Честное слово, Ярик. Ну, короче, я бы снайперу отдал, на самом деле. Я бы тоже снайперу дал. Он и хороший, и разъебный, и без чит-кодов в плане животных. Да и честно сказать, снайпер среди всех работ со мной был лучшим. Ну да, объективно он должен победить. Он объективно победить должен был. Ну, вот. И снайпер? Не, почему? И лич крутой был тоже. Ну, не, снайпер круче, на мой вкус. Ну, в любом случае, ребят, спасибо всем огромное за участие. Заставили нас немного разъебаться. Надеюсь, что при этом сами кайфанули тоже. И делая этот косплей, и, в принципе, просматривая его. Пишет 3-2-2, это хомяк Лёхи. Они спалили. Да. В принципе, у нас, ребят, топ-8. А это почти все участники получат какие-то призы. Вот. А снайпер поздравляем с победой. Так вот.